Друзья, всем привет! Вот сегодня такая интересная погода. Сейчас буду гонять бакинцев, а заодно вам покажу, чем я кормлю голубей. Сейчас я буду показать, рассказать все. Вот здесь я храню всякие зернышко. Так, давайте начнем. Так, первое, что я даю голубям, это вот кукуруза. Так, здесь идет литровая такая мисочка, да, 800 миллилитров. Вот такая, чтобы вы сориентировались, сколько я килограммах не знаю, вот уже на глаз так добавляю. Вот такая кукуруза. Потом идет ячмень. Одна, два, три, 4. Потом идет горох, вот такой молотый, надеюсь, видно. Вот половина. Так, потом идет у нас вот сорга, красная сорга, есть и белые, буду покупать. Сорга тоже половина, добавляем. Так, следующее у нас пшеница, тоже одна целая. И идет у нас еще половина подсолнечные семечки. Так, после этого я иду на улицу, чтобы все это надо нам потрусить, чтобы весь пыль из ней вышел. Вот я купил недавно сеточку. Вот, надо на улицу показать. Вот такая маленькая сеточка. Даже рапс не проходит через нее. И буду сделать сыту. А пока просто так потрусим в ветер. Так, вот. Надо вот так подпустить. Видите, ломаются усики от этого. Это ячменя, ломаются усики. И заодно выходит пыль. Вот видишь, сколько усиков. Вот так не 2 минута потрусили и все. Так, вот возвращались обратно, добавляем дальше. Дальше у нас по списку идет вот такой рапс. Добавляем, вот я так руками добавляю 3. Вот, 2 и 3.
Так, дальше, дальше у нас, вот я так храню, идет росу, который для попугаев, красный и белый. Вот добавляю два, вот так. Так, дальше у нас идет вот такие семечки. Здесь лион и канаречник. Ну, это, ребята, уже очень дорогие. Не каждый себе позволяет. Но я нашел, покупал. У меня два такие полные есть. Надеюсь, будет хватать. 30 лей килограмм у нас, это получается $1.50, почти $2. Ну, как бы для летных голубей это очень важный, надо давать. Этот корм у меня идет для маточника и для лета. Так, и есть еще у меня вот такая чечевица, называется. Здесь написано, что из Турции. Вот тоже добавляю. Вот какая красивая. Так, полная рука. И по возможности еще добавляю гречку. Если есть, покупаю иногда. Ну вот, как-то эти. Все перемешаем нормально. Так, вот что получилось. Вот такие, такой корм получается. Разные зернышка. Вот такое ведро у меня идет за день. Так, дальше что я хотел сказать. Вот такой уксус я себе покупал. Вот он. Давайте на улицу покажу. За рекламу никто мне не заплатил, но я вам покажу, чтобы вам польза от него был. Так, делается он в Германии, я покупал с Румынии, сейчас хочу еще одного покупать. Короче, здесь содержится очень много уксусов, потом всякие минералы есть. Дается он каждый день. Доза идет 5 миллилитров в 1 литр воды каждый день целый год. Можете давать, он низит, снижает этот pH в воде, очень полезный. Кашки у вас больше не будут, птенцы будут здоровые. Дается каждый день целый год, только когда даете какие-то препараты, прекращайте использовать. Потом опять. Короче, очень хороший уксус. Я даю яблочный, но если есть такой, даю такой. Этот примерно стоит $15, если не ошибаюсь. Но очень хороший. Ну вот, как-то так, друзья. Так я кормлю своих голубей. Конечно, если есть возможность, можете покупать уже готовые корма. Там идет вообще по 17-18 типов. Ну, я делаю из того, что у нас есть, потому что не каждого... У нас как бы страна маленькая, нет смысла выращивать всякие зернышко.
Поэтому найти что-то интересное для голубей именно очень трудно. Ну и из того, что нашел, сделал вот такой рецепт и кормлю своих голубей. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Если есть вопросы, пишите, отвечу всем.